что та семья, которая платит жилищно-коммунальные услуги, размеры которой превышают чем 15% от ее общих доходов, больше, чем эти 15% платить не будет. Но из этих 15 можно экономить. Когда будешь получать карточку от банка, пластиковую, и не для того, чтобы ты прошел там пропил или если на сигареты на себе это потратил, а конкретно тратишь на тепло, конкретно тратишь за воду, за свет, за электроэнергию, за квартиру и за вывоз твердых бытовых отходов. Максим, разницу с экономленных вещей. Е с экономленных закону, вещей. А вы нам не мешайте, мы напишем. Вы не мешайте, мы напишем. Нет,